Более 230 женщин и детей удалось освободить из плена группировки Боко Харам. Операция проходила в лесном массиве Самбиса, где расположены тыловые базы боевиков. Школьниц из Чибока среди спасенных нет. Их судьба все еще остается неизвестной. Всенародная кампания под названием «Верните наших девочек» продолжается в стране уже год. На этой неделе в том же лесном массиве нигерийская армия освободила почти 500 женщин и детей. Кроме того, войска уничтожили несколько лагерей, принадлежавших боевикам. Операция продолжается. В ходе этой операции мы надеемся освободить из рук террористов еще больше заложников. Выбитые из колеи боевики уже были вынуждены бежать из леса и улетать в разных направлениях.